За мной мутант гнойница! Что это там? Зачем мы... Приветствую. Что? Седой, у меня к тебе предложение. Приветствую тебя, ведьмак. Я ищу одну формулу, и ты мог бы мне очень помочь. Я не травник. Я знаю, кто ты. Что мне придется делать? У одного лавочника есть рецептик. Почему ты сам к нему не сходишь? Он торгует благовониями. Одно из них пользуется особенной популярностью. По-моему, то, что он продает, вредно. А рецепт мне нужен как доказательство. Этот мерзавец прознал о моих планах и бережет рецепт пуще ока. Но ты, ведьмак, знаешь разные способы. Посмотрю, что можно сделать. Привет тебе от коменданта Лоредо, мразь. Неприятного аппетита. Мне вот что интересно. Чего? Ты ведьмак? Да. Тогда сделай что-нибудь с этой дьявольской аптекой. Этот выродок безнаказанно продает отраву. Мне казалось, это благовоние. Благовоние – вывеска. Люди привыкают к этому, а потом теряют разум. Как от Фисштаха, ты просто обязан закрыть эту лавочку. Если ты остановишь торговлю зельем, горожане Флотзама тебе хорошо заплатят. Я поговорю с торговцем. Я таких, как ты, навидался. Мое почтение. Приветствую в моем скромном заведении. Чем ты торгуешь? Благовониями, по большей части. Разными благовониями. Для медитации, для освежения мыслей, для кухни, лекарств, ритуалов. Чего только душа пожелает. Thank you.
Говорят, одно из твоих благовоний – это сильный наркотик. Наркотик? У меня? Что за вздор? Одна женщина сказала, что он действует как фистер. Может, на эту женщину все действует как фистер? А, понял. Говорят, одна женщина... Может... Я знаю, что в нем есть что-то необычное. Да, да, есть. Я занимаюсь благовониями много лет. Это был самый обычный аромат. Откуда мне было знать, что люди начнут им злоупотреблять? И потом, не могу же я запретить им его использовать? Ты живешь с этими людьми с детства. Зачем тебе их травить? Ты шутишь? А на что мне жить? Завтра я навещу тебя вместе с Лоредо. Ладно, ладно, я прикрою лавочку. Только не говори ему, умоляю. Не забудь дать мне рецепт для этого благовония. По флотзами целый полк солдат. Ведьмак нам не нужен. Я вижу, у тебя все получилось. Спасибо тебе от всего Флотзама. Вот твоя награда. Сам белый волк! Ну и порядки тут у вас. Краснолюдские кузнецы отбивают хлеб у частных ремесленников. Свободно? Нет. С вечера до утра пашу, как вол. Доброго дня. Ну как? Достал рецепт? Я не стану его тебе отдавать. Ну ты делец. Мы еще встретимся. Видел когда-нибудь речное чудовище Кейрона? Видал. Только я не из болтливых. Говори. Огромное чудище. Размером с сарай будет. Щупальцами народ с кораблей утягивает и скотину. Вся в слизи, сука, как улитка. Но проворная, как голодный кабан.
Ты здесь на... Флотзам — это не просто глушь. Смотри. Тимерия, Ридания, Каидвена, Эдирн — все крупные королевства Севера. Знаешь, что их объединяет? Долина Понтера. Кусочек земли, за который они грызутся веками. Именно. А здесь, как видишь, у нас Флотзам. На границе Тимерии и Аидирна. А за болотами уже начинается Каидвен. На самом краю долины Понтера. Флотзам втиснут между границами, как свеча в задницу. Здесь сходятся самые крупные торговые пути. Любой караван должен идти через Флотзам, и каждый обязан считаться с Лоредо. Говорят, Хенсельд Каидвенский собрал армию и выступил на Верген. Уже совсем скоро долину Понтера охватит пламя. А мы с тобой, Геральт, сидим во Флотзаме, который станет заветным ключиком к этой долине. Хотелось бы мне верить, что все это простое совпадение. И убийца пришел сюда только потому, что здесь укрываются Скайтаэли. Ты слишком стар, чтобы быть таким наивным, ведьмак. Бывай, Роше. Давай, выпей с нами. Что за дело-то? Все носишься? Вы что-то отмечаете? Большую победу! Интересно. Мы уделали этого Виюпатиса, или как его там? Фен отрубил ему башку и приставил к заднице. Вы вели себя как скоты. А что, поиграть нельзя? Это ж деревянная кукла. Давайте лучше сыграем по-нашему. Точно! В ножички! Сыграешь со мной? С удовольствием. Пьянка против ведьмака. Ребята, делайте ставки. 10-1 на пьянку. Ведьмак, карта на стене. Пьянка, бочка. Ведьмак, окаре. Пьянка, голова рыбы. Ведьмак, весло на стене. Геральт выиграл. Вот они, скоты! Надругались над статуей Виопатиса! Навилы их! Думай, что говоришь, смерть! В чем дело? Такое дело. Мы тут турнир затеяли. Метали ножи в нашего Виопатиса! Солдатня надругалась над богом нашим! Это не солдатня, а синие полоски. Знаешь, что это значит? Синие, зеленые, один хер! Сучьи дети вы! Ублюдки! Все как один! Что ты сказал? Ты сказал то, что думаешь. И это правильно. Так и надо. Пиво этому отважному человеку! Выпей за мое здоровье! За здоровье ублюдка Вернона Роше! Вернон. Говёная посуда в этом вашем Флотзаме. Недостойная героя, но у меня есть мыслишка. Жри с пола свое пиво. Ублюдок угощает. Геральт, сделай что-нибудь. Постараюсь. Вернон. Оставь его, не нужно. Ты не понимаешь. Сегодня вам повезло, собаки паршивые. Убирайтесь отсюда. Пойду подышу. Ты слишком суров, Краше. Не люблю садистов. Понимаешь, у Вернона не было отца. И что? Он рос в нищете. Чтобы не умереть с голоду, его мать стала потаскухой. И иначе как ублюдком его не называли. Он очень плохо переносит это слово. Пойдем выпьем. Идем. Помните, как мы ждали подкрепления в пещере? Еще бы не помнить. С голодухи торф жрали. Вот это были времена. Так выпьем же за питательный торф. Береги себя. Как насчет небольшого состязания? Кто победит Геральта на руках, получит бочку пива. А если победит Геральт? Тогда я отдам тебе свой меч. Старый, не одну башку снес.
Сейчас таких не куют. По рукам. У меня в горле пересохло. Налейте там кто-нибудь. А помните, я раз побился об заклад с лейтенантом, что оттрахают 4 эльфок за раз. А он тебе сказал, что скорее мы верхом на шлюхах море переплывем. А я б смог. Ты-то сможешь. Да кто ж тебе даст? Ну что, начнем? Посмотрим, сумеет ли 13-й совладать с ведьмаком. А тебе, 13-й, придется еще потренироваться. Слабоват ты для ведьмака. А, иди ты. Эй, налей кто-нибудь. А помните, как я однажды на коне на дуб въехал? Не припомню. А ты выпей. Глядишь, парень-то и освежится. Ну, ребята, теперь фен против ведьмака. Награда твоя. Пусть тебе служит. Эй! Милздари, наше здоровье. Прям как после битвы под Ох, и нажрались мы тогда. Все поле битвы заблевали. Верхом на шлюхах и в рай. Вот наклюкались. Сколько живу, а такого не видал. Чего не видел? Такого зрелища. То есть? Ежели не помните, тем лучше для вас. Я бы лучше вспомнил. За несколько аренов я, может, что и скажу. Слушай. Я ведьмак, и меня здорово мутит. Говори, не то пожалеешь. Ладно, ладно. Сходи в бордель к мамке. Она все расскажет. Зачем мы таскаем это добро, если порт закрыт? А? Начальник? Мне вот что интересно. Чего? Что же это вот этакий ведьмак жрет? А! Чем могу тебя порадовать, кавалер? Кажется, ты лучше всех знаешь, что тут вчера творилось. Лучше не спрашивай. Рассказывай. Ничего не бывает даром. В борделе тем более. Тогда в другой раз. Ну, до свидания. Привет. Чем мы... Кажется... Лучше не спрашивай. Рассказывай. Ничего не бывает. Ладно, говори.
Вы пришли сюда впятером. Лучше сказать, приползли на карачках. И я полз. А как же? Один из этих синих заказал пятерых девочек. Я дала самых лучших, потому что вы хорошо платили. И что дальше? Тут началось самое интересное. Вместо того, чтобы трахаться, как полагается, вы сели верхом на моих девочек и велели вести вас в порт. Быть такого не может. А ты спроси эту девку в мундире. И Бьянка тут была? Была, была. Пробовала вас удержать. Да где там? Морду его бей! Гляди, зенки выпадут. Не зарывайся, ведьмак. Что? Я разговаривал с мадам. Это все правда? Я пыталась вас успокоить, но вы уперлись, что верхом на шлюхах переплывете реку. Ничего не вышло, но вы пытались. Несколько часов. И что потом? Ты заявил, что решил стать солдатом синих полосок, и тебе нужна татуировка. Какая еще татуировка? Как у нас. Ну, мы и сделали. От дерьмо, где мои вещи? Ты их раскидал тут везде. Я все сложила в сундук у окна. Спасибо, Бьянка. А, вот и ладно. Говорили, я в чист, а теперь землю жрут. Хорошо тут, а? Мне такие места больше по сердцу, чем дворцы и замки. Здесь выживает сильнейший. И здесь всегда знаешь, чего ожидать. Да, мне здесь нравится. Твоя ненависть к Скайтаэлям – это что-то вроде мести? Ты совсем меня не знаешь, Геральт. Люди, не люди, не имеет значения. Нас отправили сражаться со Скайтаэлями, и мы выполняем задание. Это обычные лесные бандиты. Если среди них есть люди, я буду убивать их точно так же. Как ты оказалась в синих полосках? А что? В отряд, который охотится на нелюдей, случайно не попадают. Думаю, мне стоит послушать твою историю. И почему я должна ее тебе рассказать? Мне показалось, что под маской равнодушия кроется маленькая чувствительная девочка. Это не так. Иначе меня бы здесь не было. Я выросла в деревушке, где люди боялись только двух вещей. Не сожжет ли солнце посевов и не придут ли скайтаэли. Однажды появился большой отряд,
Они сожгли деревню и вырезали всех. Я приглянулась их командиру, и меня оставили. Они таскали меня за собой много месяцев. Я знала, когда им наскучит, они меня убьют. И тогда появился Вернон. И взял тебя на службу. Он научил меня всему, что я знаю. И в какой-то момент я поняла, что мое место с синими полосками. Я солдат, потому что я хорошо знаю свое ремесло. Ты никогда не мечтала о другой жизни? Чижик, стрелок наш, пробовал как-то землю пахать. Только руки у него к такой работе не приспособлены. Зато он всадит мне между глаз арбалетный болт с 80 шагов, да? Со 100. Я пыталась готовить, шить, улыбалась, словно кукла, разнося пиво в корчме. Но все это не мое. Человек, которого мы ищем, намного опаснее Скайтаэлей. Не сомневаюсь, если уж он обошел Геральта из Ривии. Это было не первое покушение на Фольтеста. Одного такого я уже убил. Их может быть больше. Если кто-то и испугается, то точно не я. Снаружи подождем. Только давай быстрее. Крови все больше. В пещере увидим Чьяна.
снова кровь. Это эльские стрелы. Все ясно. Нашел что? Двоих солдат. Что с ними? Они мертвы. Их убили из лука. Я ничего об этом не знаю. А ты как думаешь, ведьмак? Похоже на то, что двое солдат забрались в пещеру. Попугать страшилищ. А может потому, что кто-то их туда заманил. Не знаю, сколько чудовищ они убили, но знаю, кто убил их. Скайтаэли. Не может быть. Насколько я знаю, накеры не умеют стрелять из луков. Эй, мужики! А ну, насух ее! Нет, я все расскажу, только не убивайте меня, умоляю! Говори. Вы сами должны это увидеть, иначе не поймете. Чего, мать твою, за ногу там смотреть? Врет, сука! Вот и проверим. Веди. Ah!
сраной. Спасибо за помощь, ведьмак. Держи деньги. А ты, эльфская дрянь, пойдешь с нами. Зря ты бросила Димитра, тупая шлюха. Все вы сдохнете. Будьте вы прокляты, Тхойне! Чем мы таскаем это добро, если порт закрыт? Тренируемся. Так чем могу по... Так чем могу?
мои цены останутся прежними, и в вашу гильдию я вступать не собираюсь. Точка. Срать я хотел на вашу гильдию. Так чем мы... Добрый день. И тебе того же. Значит, даже Флотзам обзавелся собственным гетто. Мы же в Тимерии, мужик. Забыл. А тут нелюди винят всегда и во всем. Случись чума, корови мор или налоги подымут. Во всем мы виноваты. Жить тут можно, да только плохо и недолго.